Всем привет, сегодня 21 июля. Решили мы морожку начать. Ой, морожку, чернику. Ягод много, намного больше, чем в прошлом году. Сейчас 13 часов. Ну, не знаю, сколько я тут собрал. Литров 9, 3 комбайна. Комбайн сразу же сломался. На втором не было времени зашурупить, надо было сразу шурупить. И что-то вот тянул до последнего. Думаю, ай, ладно, денек отработаю. Потом вечером сделаю. Ну, не вся она еще, конечно, спелая. Ну, блин, уже все, уже начали. И брусника есть. Много брусники будут в этом году. Еще зеленая. Еще не скоро мы ее начнем собирать. Спрашивали у меня тут по поводу цены, почему в этом году такая маленькая цена на морожку. Причин несколько. Во-первых, ее с прошлого года много на заводах осталось. Они не знают, куда ее девать. Во-вторых, выход на Финляндию перекрыли. Они, конечно, там выкрутились, но это не то, маленько не то. Ну и прямо вот не могу сказать, из-за чего такая еще низкая цена, но намекну. Кому в этом году, вот так вот, вдруг у кого стало тяжелое финансовое положение, сами подумайте. Вот в один день просто раз и все. И у них тяжелое финансовое положение. Каждый год было хорошее финансовое положение, а тут плохое стало. У тех, кто что? Правильно. Я не скажу. Нельзя. Мне тут женщина одна написала, что за бред, нельзя говорить. А вот нельзя, мне с Рутуба прислали сообщение. Запрещено эту тему обсуждать. Да, наверное, залезть. Так, по количеству ягод. Ну, мы сегодня попозже выехали. Мы только в 12 приехали в лес. Пока комбайны взяли, пока за ведрами поехали, машина сломалась. Пока сделали. Там по электрике немного, но время заняло, конечно. Пустяковая была проблема. Фишка, контакт на бензобаке был плохой. И вот в итоге только в 12 приехали. За час. Ну, да, наверное, литров 10 собрал. Ладно, дальше буду работать. Ну, прикинул я, если вот так же дальше и будет такой же урожай на всех остальных местах, то, думаю, килограмм 300-400 в день мы сможем собирать. Нормально, есть ягоды. Не, на камеру не передать вот этого вот. Нет такого эффекта. Ни у одного у меня ручка отвалилась, у всех. Саморезы не взяли. В машине нашел несколько. Закрутил. Надо будет сегодня вечером сделать ручки всем. Что в прошлом году собирал в этом месте, жарища была. Что в этом... Одинаково. Этот снизу стоишь, смотришь. Ягод много. Сверху вниз смотришь. Ягод мало. Пфф.
На 1512 сдал, но... Короче говоря, очень жарко было, и работали мы только с обеда. Ну и под конец там что-то я совсем сник. Воды не хватило, а когда воды не хватает, работать вообще не хочется. Завтра на эти грабли я не наступлю. Возьму побольше водички. Завтра тоже вроде как жара будет. Ну, мелковато еще ягода. Вот я думаю, что через недельку, наверное, уже будет такая крупненькая. И цена к этому моменту поднимется. А так, ну, в принципе, для начала я считаю нормально. Ладно, поработаем, видно будет. Морожку принимали по 200 рублей, но я вот сегодня разговаривал с соседним районом, там принимали по 400 рублей. По чернике кто-то пишет 60 рублей, кто-то 70, где-то 80, я не знаю, я по 105 сдаю. Так что, как бы, ехать на заработки вот именно в Ягоды Карелии, ну, не знаю. Смотрите сами. Я, допустим, договариваюсь, а как у вас получится? Думайте, думайте.